Привет, друзья! Очередная рыбалка. Вчера было холодно, сегодня слегка теплее. В общем, 5:30 прибыл на речку, забросил фидер. Ну, просидел, наверное, час. Была одна поклевка, поймал плотвичку. Собрал фидер, достал другой спиннинг, поставил печенку. В общем, забросил. Тоже сидел, наверное, час, тишина. Потом была поклевочка одна, небольшой голавлик. Вот такой вот голавлик. Первая поклевка. Рыбка сегодня не хочет. В общем, поймал. Но думаю, ну ее в баню всю эту рыбалку. Собрался, взял спиннинг. Думаю, немножко побросаю. А тут дождь зарядил, идет. Ну, понятное дело. Я уже заметил, во время дождя рыба, как правило, не клюет. После дождя, до дождя, но во время дождя хуже всего. В общем, бросал. Было две поклевки, два шнурка. Один на Цуёки Мачо, второй на Зибейтс Ридж. В общем, прям самое главное, проводку выполняю, ничего. Потом буквально к берегу подтаскиваю, начинаю вот быстрое выматывание. И в этот момент шнурок бросается, ну, небольшие. В общем, ничего не поймал. Потом на очередном перекате на Зибей Хамсин поймал крупного окуня. Такой вот красавец взялся на хамсин. Thank you.
Ну и вот приехал на перекат. Здесь дважды я уже показывал, были сходы щуки. И, в общем, вот ставлю опять свой кимачи этот кислотный, выполняю заброс, и сразу нападение, поклевка. Друзья, на первом забросе сразу нападение. Была поклевка. Ух ты, давит как. Ух ты, давит как. Ух. Висит прямо на краешке. Ну вот она, злодейка, прям нападение. Взялась. А, не, хорошо зацепилась. Ух. Не еще. Ну вот, друзья, такая вот хорошая щучка. Все-таки поймал я. Два раза на этом месте я пытался поймать щуку. Два раза были сходы на Цуёки Мачо. Вот именно на этот зеленый. И вот сегодня, сейчас прям на первом забросе, нападение буквально... полметра даже не протянул. Сразу была поклевка. Ну и вот. Зацепилась она сегодня хорошо. Смотрите, зубы молодые. Лезут. Ну и вот первая щучка. В прошлый раз я здесь стоял. Пенек был полностью на земле. А сейчас вот где-то сантиметров на... 30, наверное, 35 вода поднялась. Очень радует, просветлело. И самое главное, идет приток. Поэтому очень все это дело радует. Ну, сейчас еще немножко часок побросаю, потому что я уже давно на реке. Хотя вот на спиннинг так буквально, чтобы зуд унять.